Здравствуйте, дорогие друзья, с вами сегодня Михаил, добро пожаловать на наш канал. Хочу я начать сегодня вот из этой, это у нас такая как подставочка идет. Ага, вот ножки у нее такая. Ага, и вот, и прищепка есть, крепление. И это как рамочка для портрета такого, можно фотографию установить. Посмотрите. Оправа у нас имеет эмаль покрыта. Я так понимаю, это магазин. Название магазина. А это компания, по всей видимости, да. Клеймо, так скажем. Вот такой вот рамочка для фотографий. Да, дорогие друзья, совсем забыл сказать, что это у нас сегодня обзор необычный. Эти все изделия и броши, которые я сегодня хочу вам показать, это мы решили продать. Сделали такой лот и даже не то, что уже у нас его купили. Просто мы вам хотим показать. В понедельник мы отправим уже эту посылочку. Мы, как говорится, я говорил, что мы особо не занимаемся продажей. Но это все-таки как бы уже... Эти изделия мы решили продать. Ну, хочу. И пойдем дальше. Это браслет. Посмотрите, браслет имеет золотой тон и покрыт, видите, он таким, как камешки наклеены. Стекло. А, это стекло такое. Светло-салатного. Совершенно верно, светло-салатного цвета. Очень оригинальный браслет. Крепление, видите, у него кольцо здесь, а здесь такой вот замок. Очень неплохой, в хорошем состоянии довольно-таки. А следующее изделие. Колье. Тоже посмотрите, какое оно красивое, роскошное. А люцитовые вставки у них. Идут такие оригинальные и сам, видите, такие звенья, так как листочки. И идет цепочка с крючком. Тоже очень красивая. Следующее, дорогие друзья, изделие. Браслет. Посмотрите, такие идут звенья интересные. И как подвесочки. Шармики. Да, совершенно верно, шармики такие. Камешки. Это камешки. Да, это камни. Следующее, дорогие друзья, у нас идет брошь стрекоза. Вы посмотрите, как она красиво покрыта эмалью. Разного цвета. Глазки у нее, видите, маленькие кристаллы.
И вот ее вид с обратной стороны. Имеется брошировка металла. Брошь стрекоза. Следующее, дорогие друзья, колье. Ласточка. Посмотрите, как она прекрасна. Как она грациозна в полете. Покрыта эмалью и усыпана кристаллами. Вот и обратная сторона, тоже имеется брошировка. И сама цепочка. Следующая, дорогие друзья, брошь «Калифорнийская кукушка». Наконец-то я запомнил. Видите, она бежит так смешно, как угорелая. Только сверкают пятки. Даже есть какой-то вот мультфильм, по-моему, американский, там вот такая же кукушка калифорнийская все время убегает от волка. А тот все время догнать не может. И это так очень смешно у них происходит, эта беготня. Однажды я смотрел этот мультфильм. Брошь в серебряном тоне. Вот и обратная сторона. Без маркировки. Следующая, дорогие друзья, брошь. Посмотрите, в серебряном тоне. И, видите, имеются такие вставочки из гелиотиса. Даже, я так понял, одна вставочка отсутствует. Угу. Вот и обратная сторона. Без маркировки. Вот так она выглядит. А следующее, дорогие друзья, посмотрите. Кулон. Пластик. Стекло. Простите, стекло. Такой как кристалл, что ли. Посмотрите, как он сверкает. Ой, как красиво. И еще хочу добавить, что обратите внимание, с одной стороны он покрыт Аврора Бореалис покрытие, а с другой стороны нет. Просто. Имеет такой коньячный цвет. И такая, видите, у него крепление. В серебряном тоне. Да, действительно, красивый такой переход. А следующее, дорогие друзья, колье. Состоит, посмотрите, оно из жемчуга искусственного. И, посмотрите, цепочка даже есть. Красота какая. Такая трехъярусная. Так скажем. Очень такая богато смотрится.
и крючок, замочек. Филигранные такие уголочки. Да, треугольнички. Роскошное изделие. А следующее, посмотрите, дорогие друзья, это колье можно назвать. Да, а посмотрите, какой полумесяцем идет само это изделие. Цветы, листочки. А я смотрю, это техника клаузане, перегородчатая эмаль. Роскошно выглядит. И закручивающийся замок. Вот ее вид с обратной стороны. Имеется даже какое-то клеймо. Обратная сторона имеет золотой тон. А следующее, дорогие друзья, у нас идет брошь. Посмотрите, как она прекрасна. Состоит она из кристалла в основном, видите? Видно, что брошь старенькая. Вот и обратная сторона. Да, мы видим такой пористый металл. Прекрасная брошь. Следующее, дорогие друзья, у нас идет браслет двухъярусный. Двухрядный. Простите, двухрядный. Что это все ярусные, а ярусные? И жемчужинки у нас стеклянные. Такой вот замок идет. Красивый. И так он открывается. И закрывается. Прекрасный браслет. Двухрядный. Следующая, дорогие друзья, брошь-бабочка. Вы посмотрите, какие у нее крылышки. Это у нас нефрит. И глазки у нее коралл, шарики коралловые. Ну, возможно, конечно, под коралл. Нет, коралл. Да? Думаешь, коралл? Может быть. Посмотрите, вот ее обратная сторона. Имеется крепление для кулона. Какие усики, мне интересно. По мне, так она напоминает компанию «Свобода». У них тоже в основном подобные такие изделия. Прекрасная брошь, бабочка. И следующее, дорогие друзья, у нас идет брошь. Тоже видите, она чем-то схожа с бабочкой той предыдущей. Тоже нефритовые листочки. И шарики под коралл. Оправа имеет золотой тон. И вот и вид с обратной стороны. Прекрасная брошь, веточка. Следующая брошь, дорогие друзья, в виде бамбука.
Тоже, видите, брошь выполнена из... Да, нефрита. Его еще называют жадеит. Очень оригинальная работа. Сам, видите, бамбук и листочки. Вот и обратная сторона. А правая имеет золотой тон. Прекрасная брошь в виде бамбука. Следующая брошь малышка в виде листочка, покрыта эмалью. Посмотрите, какой переход цвета, прекрасный. Вот и обратная сторона. Без маркировки. Прекрасная брошь. Листок. И еще две броши прекрасные. Такие у нас камеи. Великолепные, крупные броши, знаете, какая оправа, имеет золотой приглушенный тон, лицо женщины, прекрасная работа, вот и обратная сторона. Без маркировки. И следующее. Здесь оправа уже имеет серебряный тон. Это у нас стекло. И инталия обычно с другой стороны идет. У нас с этой стороны стекла обычно инталия. А тут даже я затрудняюсь, как сказать. Ну, такая камея, скажем. Тоже прекрасная работа. Две броши. Камеи. На этом, дорогие друзья, наш обзор подошел к концу. Вот такой мы лот. Он у нас уйдет в понедельник к новым хозяевам. И мы с удовольствием с вами поделились этой красотой. Пишите, дорогие друзья, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Всего вам доброго.